Вырос огромный уже котяра. Уже с ростом с нашу Фелису, если не больше. А тебе же всего 7 месяцев, дорогой мой. Да? Беник. Бенито. Филя. Иди сюда. Филя, 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 Филя. Филька. Иди сюда. Филиска. Филя. Идет красавица. Идет кисюлечка. Идет кисюлечка. Филисонька. Ну, надо обязательно помыться, умыться. Что-то замыслил, думает, как бы. Наверное, Фелису надо немножко покусать. Или все. Устало, чудо. Набегалось. Блин, когда устает, у него глазки еще больше в кучку. Да? Скажи, у меня со зрением немножко только бинокулярного зрения нету, да? Наверное. То одним глазиком смотрит, то другим. Все, пошел Фелису немножко помучить. Вот так. Все, и понеслась душа опять в рай. Где? Потерял. Смотрите, как у нас здесь солнечно, так хорошо. Так нравится. Когда солнечная погода, весна, да, Фелиска? И когда солнце еще не так высоко, оно вот озаряет нам всю большую комнату. Это вообще классно, конечно. Потом летом не так. Летом только там у окна солнышко, потому что оно высокое. И крыша мешает. Как бы получается, первый этаж у нас единственный. И немножко темновато, конечно, дома. По мне так. Лене все равно, а мне нет. Да, Фелиска? Скажи, мне тоже совершенно не все равно. Я очень люблю солнышко. Да? Мяу, наша ласковая девочка. Собственно, тени испугалась, что ли? Мяу, да, кушать хочется. Их не кормила сегодня, потому что Бэннику надо к ветеринару. И чтобы он не смотрел на Фелису, не завидовал, я Фелиску тоже не кормила. Сейчас отвезу Бэника и тебя покормлю, ладно? Ты немножечко уж попастись вместе со своим дружком, ладно? Поддержи его в трудный час. Сейчас к ветеринару ему надо ехать. Будем кота кастрировать. А ты у нас уже стерилизованная, эта девочка у нас хорошая. Да? Уже пережила это. Теперь Бенника очередь. Ему 7 месяцев. 8-й идет. Как раз большой кот уже. Фелиса нам продемонстрирует переносочку, которую мы недавно купили. Да? Нет, уходишь. Так, иногда они туда забираются. Там лежаночка такая. Съемная сумочка. У нас есть такая твердая пластмассовая переноска. Но там дверца уже сломана. Поэтому решили купить такую легкую. Та немножко потяжелее, неудобного в плане. Но зато это вот у нас сверху ничего не поставить. Уже можно кота прижать. И это размер сумки. Элька. Не знаю, что за элька, но кот сюда влезает, и все. Даже вдвоем им уже, мне кажется, тесно здесь. Вот сейчас у нас Бенник поедет к ветеринару в такой замечательной сумочке. Он уже здесь спал днем, уже несколько дней у меня на полу специально, чтобы коты привыкали.
И я думаю, стресса не будет. Единственное, только у ветеринара. Не знаю, как он будет себя вести. Ну, там час-полтора длится операция. Я там находиться не буду. То есть даю кота и потом прихожу за ним, когда мне уже смс-ку или позвонят, или смс-ку отправят. Не уходи, друг. Не уходи, иди туда. Проходите, пожалуйста. Проходите. Не хочет. Проходи, проходи. Ну, проходи, пыня, залезай. Вот так. Хорошо? Как же запихали. Запихали бедного. Сейчас пойдем. Так, здесь закрыто, надеюсь, все у тебя. Не вывалишься ты, а то девчонки играли с этим всем. Не вывалишься. Все, пошли. Знаете, что интересное в этой машине? Я вот иду, у меня ключи в кармане. Руки заняты. Вот здесь бэйник, телефон. Подхожу к машине. Так, хоп. И она должна открыться. О, видите, щелкнула. И все открыто. Главное докоснуться до ручки. Вообще классно, на самом деле. Не надо ключи доставать и щелкать. Так бы не то. Ты, наверное, поедешь на заднем сиденье. Ты не перевернешься тут у меня, дорогой. Не перевернешься нормально. Сиди. Ветеринария находится совсем близонько. Так что здесь 10 минут ехать и все. А потом садимся так в машину. И просто тормоз и кнопочку нажимаем. И опять же я никаких ключей не достала. Вот это класс, конечно. Кольчик сделали, спать хочется. Глаза открыты. Кажется, как будто ты спишь, а глаза открыты. Нет, еще не спишь до конца. Ты мой хороший. Такой мягкий стал. Обмякший. Нюхает. Того ли быника нам принесли, да? Или не того? Кисюлечка. Обнюхивай, обнюхивай его. Скажи, где был? Где шастал? Вот, облизывай. Бедненький, скажи. Родненький.
под наркозом еще, наверное. Да, Бенито? Фелиска, не мучай его. Он еще еле-еле, наверное, ходит. Ну, все прошло хорошо. Операция стоит 123 евро. А я думала 150. Далее еще и лекарства обезболивающие. На завтра, послезавтра. Ну, сказали, все как обычно, все хорошо. Так что, Фелиса, не волнуйся. Все с ним хорошо. Ушки, скажи, грязные. Где был, где шастал? Скажи, спокойный такой, да? Под наркозом. Не кусает. Кисюлечка пришел домой. О, как ты ходишь. Ну-ка, покажи. Ты писать пошел или кушать хочешь? Ой, заваливается немножко. Обратно пошел, скажи там. А Фелиса, не облизывай его там. Где-то окошко открыто, по-моему, у нас. Сейчас Фелиса тебе тоже. Вкусняшку. Они любят мягкий корм. Как деликатес. Так, в основном всегда этим покупаем. Твердый. Кушай, кушай. Чего нет? Если думаешь, вкуснее будет. Да, под наркозом видно. Так бы он уже умотал бы все это, скушал. Ты сидишь, нямкаешь, да? Фелиса ест, а ты показываешь, как будто ты сам кушаешь. Кисюля. Неприятный, скажи, привкус, да? Кисик. Мурлычик. Что там у тебя? Видишь, Фелиска кушает. Ничего, главное, чтобы она твою вкусняшку не съела. Чуть попозже захочется кушать, да? Вроде, скажи, и хочется, и вроде и не хочется.